Уренгойцам навязчивые звонки поступают регулярно. Как на них реагировать и стоит ли вообще вести разговоры о деньгах по телефону, мы спросили у горожан. Спокойно говорю, что я сейчас нахожусь в декрете, что, в принципе, я человек, работающий на себя. Сейчас я не работаю, не имею заработка, но они все равно готовы дать мне кредит. Ничего не рассказываю. Если заинтересует, поговорю, не заинтересует, не говорю. Как правило, говорю, что мне это не нужно, и все. Я, в принципе, сам в банковской сфере работаю, поэтому, в принципе, по телефону мне веду такие, в основном, переговоры, да, в зависимости от того, какой номер. То есть, если это твой банк, то тогда можно вести разговоры. Если это телефоны незнакомые и не относятся к телефонам, условно, горячей линии, то не рекомендуется вести переговоры по данному вопросу. Вы мошенники, я даю ваш номер телефона службы безопасности банка. Ну, если позвонили через какой-то неизвестный номер, те сказали, что кредитка, то, что можно взять, я всегда их не принимаю, то есть сбрасываю сразу. Звоню в банк, спрашиваю, звонили ли вы. Ну, а зачем мне кредит? Я пенсионерка. Мне хватает пенсии моей.